Кто вы такие? У нас репетиция. Мы тоже артисты. Рукокрыл, например, этот. Как фокусник и гипнотизер. Спать. Эй, что за... Мама, папа, что с вами? Смываемся. Эй, что за... Белла, проснись, у нас украли дочь. Отлично, идеальный размер. Что? Ах, вы мерзкие, гадкие! Где я? В школе. Я директор, а это мои ученики. И чему учат в вашей школе? Девочек воровать? Нет, мы воруем другое. Посмотрите туда. Что это? Картина. Не просто картина, а знаменитая картина. Мона Лиза, Джоконда. Ее написал великий Леонардо да Винчи. А почему она так знаменита? Мне все равно! Отпустите меня! Знаменитой она стала после того, как была украдена из Лувра в 911 году стекольщиком Винченцо Перуджа. В Лувр она вернулась только 3 года спустя. Так вот, я хочу, чтобы она стала еще более знаменитой. Я украду ее снова, и вы мне поможете в этом. Я? Ни за что! Картина помещена в специальный ящик из пуленепробиваемого стекла, заполненного гелем. Охранная система стоит 7 миллионов долларов. Казалось бы, невозможно. И все-таки, если кто-то очень маленький и ловкий пролезет сквозь вентиляционный ход, отключит сигнализацию, откроет нам окно, то... Я уже сказала, я никуда не полезу. Конечно же полезешь. А то знаешь, всякое может случиться. Например, оборвется трос в цирке. Или на папу наступит слон. Вы плохой. Еще какой. В одиночку ее. Пошли. Пусть подумает о папе и маме. Да. Вижу точку. Не миновать дождя. Вижу самолет. Не миновать гостя. В любом случае, чай будем пить на веранде. Добрый день, коллега. Минуточку. Вы слышали, что гав говорят? Не слышать не хочу. Гав. Меня не интересует вся эта мура. Я специально поселился на острове, чтобы отдохнуть от суеты. Маэстро Муров, неужели вас больше не интересуют преступления в сфере искусств? Вы знаменитый сыщик, эксперт, гений. Не в малейшей степени. Я отрезал себя от мира. Ни телевидения, ни интернета. Даже телефона у меня нет. Хотите чаю? С мармеладом? Значит, вы не будете читать ни газет, ни журналов? Нет, нет, отдайте прислуги. Она бросит вам мусор. О, это вам. По-моему, от родственников. Спасибо. Тишина, природа. Что такое? Вы гений сыска, помогите нам. Это от сестры из Парижа. Похитили мою племянницу. Она такая умная, смелая, ловкая. Зовут Белла, звоночек. Вот, жили, наслаждались. Не хочу, я на пенсии. Если не вы, то кто? Ах, перестаньте. Сырости без вас хватает. Ну, хорошо, хорошо. Я найду вам вашу эту Беллу. Есть особые приметы? Беленькая, такой хвостик розовый. А глазки очень умные. Густо. Габов, готовьте самолет. Мы летим в Париж. Я готов. Пальто, зубную щетку, сухой корм и мой чемоданчик. На! Конец каникулам! А! Все равно погода испортилась! Да, вот тебе и гав-гав-гавай! Захожу на посадку. Прибыли. Я же просил, осторожней, ступлян! Эй-эй-эй! Рады приветствовать вас в Париже. Меня зовут Сальто, а это моя жена Морталия. Маэстро! К делу.
Есть новости, звонки, предложения о выкупе. Есть записка от нее, принес голубь. Вот. Мамочка и папочка, я жива. А где этот голубь? Улетел, но обещал вернуться. Немедленно промойте все носы. Это гистоплазмоз, опаснейшая инфекция. Гигиена. Именно. Мудрые слова. Надо проверить все места скопления летучих мышей. Зачем? Затем, что гистоплазмоз передается летучими мышами. Гур-гур, привет. Где мое зерно? Это вы принесли записку от Беллы. Минуточку. Эй, это что, вместо благодарности? Гигиена. Можете показать, где сейчас Белла? Я в этом не гур-гур. Сверху все другое. Ну хорошо, как угодно. Покажите сверху. Вот здесь, это здание. Что-что? Я не слышу. Гавот, выключите на минуту мотор. Я говорю, что... Эй, вы куда? Гавот, включайте обратно, немедленно включайте. Это тот самый дом. Ага. А это кто? Это она. Носик розовый, глазки умные. Это Белла. Эх, еще бы слышать, о чем они гау-гау говорят. Но это не проблема. Ну что, ты подумала? Подумала. Я помогу вам, если не тронете мамочку и папочку. Ну вот и умница. Давайте ее к остальным ученикам на чердак. Да смотрите, чтобы не сбежала. Чур, головой отвечаю. Пошли. Я их разору. Маленьких обижаю. Коллега, я понимаю ваши чувства. Но давайте дождемся ночи. Ой, друзья, мы отведем тебя к маме, папе. Мамочка и папочка, где они? Ждут тебя дома. Уходим. Но я не могу. Что? Здесь готовится ограбление. Хотят похитить Джоконду. Я знал. Надо сообщить в полицию. А доказательства? Свидетельств одной мышки мало. Надо брать с поличным. Я пролезу в Лувр, но не открою им окно. Я буду в безопасности, а вы сможете взять их с поличным прямо на крыше. У тебя светлый ум, малышка. А теперь опускайте меня. Погоди, это жучок. Теперь мы будем знать все, что с тобой происходит. Ой, какой хорошенький. Совершенно невозможно работать. Какой тут Wi-Fi? Что это? По частям уже тащат? Где руки? Где голова? Коллега, ваша необразованность меня пугает. Это Ника Самофракийская, богиня Победы, и ее нашли уже в таком виде. Между прочим, и без одного крыла. Но здесь она с двумя. Реконструкция. Правая, точная копия левого. Из гипса. Тогда, если реконструкция, восстановили бы также и руки. Пытались? Безуспешно. Она совершенно в своем несовершенстве. Но пройдемте к Джоконде. И что у нее такого? Ну, ничего особенного. Есть не только внешняя, но и внутренняя красота. Видите, она смотрит прямо на вас. И что? А теперь отойдите в сторону. Не может быть. Она следит за мной? Она что, живая? Это только одна из многочисленных загадок Джоконды. Операция началась. Прием, прием. Все, они вылетели. Сэм, готовность номер один. Лувр в переводе означает «сторожевая башня». Музей делится на три крыла – Ришелье, Денон и Сюлли. Нас интересует Денон. Пошла! Что за дела? Я боюсь темноты! Алле, ап! Давай, открывай! А зачем? Картину красть! Признание получено! Полицию на крышу! Не-а, не открою! Шеф, что делать? Я предвидел такую возможность и подстраховался. План Б. Выпускайте дублера. Дублера? Дублера? Это я. Ну-ка, отвали. Сдавайся, бесхвостый. Караул, мыши в музее. Внимание, охрана. Спать. Я буду драться. Ну,
это было? Ультразвук. Очень полезная вещь против летучих мышей, которые общаются между собой в ультразвуковом диапазоне. Мы ничего не слышим, а у них просто уши разрываются. Так, мсье, берите их тепленькими. Болваны, тупицы, летающие ослы. Шеф, там внизу полиция. Что делать? Задержи их. А я чё? Я ничего. Я еще вернусь. Спасибо за Джоконду. Спасибо вам за Беллу. Гур-гур, спасибо за зерно. Спасибо за дружка. Оставьте себе. Тьфу ты, опять. Все антенны помяло. Да, преступление века предотвратили. Эх, жалко, шеф улизнул. Счастливо. Я бы хотела вам помогать. Возьмите меня ассистенткой. Ученицей? Ассистенткой? Нет, нет, я на пенсии. Эх, жаль. Интересные новости из музея правды. Выключи, выключи сию секунду. Нет, выключи. Домой на Гавайи. Кстати, какая там погода? Дожди.